В детских садах «Алмазик» отменили ежемесячный санитарный день. Теперь родителям малышей не придется отпрашиваться с работы, чтобы успеть забрать чадо до 3 часов дня. В прокуратуру города Мирного поступило заявление от родителей. Они были не согласны с тем, что санитарный день проходит в то время, когда дети должны быть в саду. Правоохранители провели проверку и установили, по договору родители платят за 11-часовое пребывание ребенка в учреждении. Поэтому сокращенный из-за уборки день противоречит условиям договора. По указанному факту прокуратура города, руководителю дошкольной образовательной организации «Алмазик» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 7 декабря 2020 года действие приказа о ежемесячном проведении генеральных уборок отменено.